Итак, ребят, всем привет. Сегодня я на очередном копе. Выехал я в одно интересное местечко. Говорить, какое, не буду, дабы устранить нежелательных конкурентов. Копать я буду сегодня вот здесь вот позади меня. Как вы видите, травище очень высокое. Будем мы сегодня немножко косить и потом только копать. Вот, сейчас я вам покажу, где я именно буду копать. Так что смотрите, интересно будет. Сегодня меня ожидает вот такой трудоемкий объем работы. Вот в этих зарослях я буду сегодня. Заросли очень огромные. Выше меня ростом. Как вы видите, вот видите, склон такой, небольшой бугорок. Здесь был основной дом. Вот такой вот дом. Вот, и мне поведали, что здесь необходимо покопать, посмотреть, что у нас здесь будет. А почему? Потому что вот здесь, как вы видите, вот она яма. Яму откопали, выкапывали землю. Здесь выкапывали чугун, что-то вроде печки, буржуйки. Вот, и когда ее выкапывали, обнаружили здесь горшок с монетами. И плюс серебряный сосуд. Сосуд где-то примерно полуметровый, как мне объяснили. Так что я хочу здесь вот немножко попробовать посмотреть, что у нас будет. Ну, я думаю, хоть несколько монет, но у меня сегодня здесь будет ждать. Но чтобы эти монеты мне выкопать, мне придется большой объем работы выполнить. Так что поживем, увидим, что у нас здесь будет. Правда, мусора здесь полно. Ладно, смотрим, когда что-то интересное появится, я вас об этом оповещу. Итак, ребята, немножко я здесь выкинул штык лопаты. И первый сигнал, я не лукавлю, но действительно первый сигнал. И после этого сигнала я все-таки окончательно решил здесь остаться. И смотрите, что первым сигналом у меня выпало. Вот из этой ямы выковыривал. Вот такая круглая. Здесь нарост небольшой. А с другой стороны, смотрите, что. Какая монета. Это у нас пятак. 5 копеек 1881 года. Вот это находка. Ай! Ай-яй-яй. А с этой стороны, как вы видите, по всему диаметру очередные зубцы. Но никак нельзя без зубцов. Обязательно на большой монете вот такие зубцы. Ну ладно. Радует такая находочка. Зачет. Забираем. С почином меня. Почин вот такого характера. Пятачок. Класс. Продолжаем. Итак, ребята, решил я это заснять, хоть это не монета, но все же лопату воткнул. Вот смотрите, что появилось. Вот такая вот цепь. Сейчас мы будем ее вытаскивать. Обычная цепь. Вот такая вот штучка. Жалко, что на конце ничего не осталось. Не оказалось. Вот такая вот цепь у нас. Судя по всему. Да, это самодельная. Самодельная плетеночка. Из медной или латунной проволоки. Вот такая вот штучка. Сейчас я вам покажу еще монетки, которые я поднял. Поднял я ничего особенного. Это копеечка засранная. Потом 15 копеек в квадрате или рамочник 54 года, двушечка советская и червончик
чемончик, правда, я не знаю, щитовичок или рамочник, не знаю. Хотя, может, и двушка по размеру. Ладно, продолжаем. Пока не особо. Итак, ребята, наконец-то долгожданная монета. И монета вот какая. Монета царская. 1 копеечка. Год, к сожалению, наверное, не скажу. Не скажу, какой год. Но вот такая вот копеечка. 1800 какой-то. Вот такая вот. Сохранчик вроде бодренький будет. После чистки будет видно. А так, ладно, продолжаем. Так, у меня снова монета. Вот она лежит, зеленая. Судя по всему, это совет. По размеру, наверное, трешка. Смысла приближать нет, потому что не разглядим. Хотя 1955, что ли. Вот такая вот монета. Находки только сейчас пошли. Повторюсь, кто-то здесь разрабатывал этот шов. Безобразное, конечно, умение шурфить. Расковыряли все везде, но не так никак не начали. Но я взял и продолжил. И вот у меня вот такая вот ямка появилась. Жалко, что шурфить начали не в том месте. Основная масса находок, наверное, находится под этим бугром. Вот. Но мы сейчас где-то в середине дома. Ну ладно, находки есть, продолжаем. Итак, ребята, наконец-то монетка. Как вы видите, с этой стороны иду вдоль стены. Это конец дома. Здесь вот поручня стоит, концовочная, последняя. И здесь, видите, уже вторая идет. То есть вот это конец дома, угол. Жалко, что это не красный угол. Ну ладно. Монетка выпала желтая. Желтая. По размеру 3 копейки, советик. Да. Это у нас 3 копеечки советские. А год 1950 какой-то. В общем, собрал я про этот дом небольшую информацию. Этот дом как максимум стоял до 80-го года, потому что я монетку поднял 20 копеек 80-го года. Детей было немного у них. Возможно, всего-навсего 1 дочка. Вот. Дочка у нас звали Елена. А фамилия Корова. Или Карова Лена. Ну, Корова Лена стопудово не может быть. Но, возможно, Корова Лена. 5-6 класс. Сейчас где-то монета 80-го года. Значит, сейчас Елена уже бабушка. Вот так вот. Поднял я еще вот такую стекляшечку с интересным гербом. Вот такая вот. Интересно тем, что на гербе имеется всего-навсего 6 венков. Очень интересно.
Ну, по монетам я еще поднял несколько монет. Ничего особенного. Вот они у нас, все монетки убитые напрочь. Это дополнительные монетки я поднял, которые не снимаю. Ну, смысл снимать вот это вот убожество. Ерунда всякая. Так, нашел вот такой вот интересный маленький тюбик. Это, наверное, была микстура. Аналог, наверное, вот такого тюбика. Ну, этот тюбик уже современный. А этот, наверное, ранний. Вот такая штучка. Затем поднял вот такую вот ложку. Интересная форма такая, они обычно идут латуневые. Вот, а это, походу, алюминиевая. Имеется у нас здесь гравировка. Гравировочка. Вот такая вот непонятная. И еще. Это, между прочим, чайная ложка. И вот такую вот ложечку поднял. Ну, это и понятно, это детская посудка. Вот. Ну, вот такая вот, как говорится, твари по паре. Ну, ладно. Солнышко у нас еще высоко. Время у нас еще имеется. Ну, а так, ладно, продолжаем. Итак, ребят, сместился я вот с того вот места, именно вот сюда вот. Ну и буквально первый выброс лопатой здесь тоже начинали шурфить. И у меня выпала монета. А, сейчас посмотрим, что это за монета. Ох, это монета царская. Царская монета. 2 копеечки. Странно, какой-то разброс здесь. В основном одни советы и царики попадаются. Вот такая вот царская монета у нас вышла. Ну ничего, я думаю, отмоется, будет нормально. Наверное, обидно тому человеку, который, если смотрит мои видео и узнает свой шурф. И вот здесь вот так вот на брошенном шурфе у меня поднимаются монеты. Не просто советские. С этого шурфа я уже поднял 2 царских монеты. Да, вот так вот. Ну ладно. Поменьше мимики и будем копать. Продолжаем. Итак, ребята, наверное, буду заканчивать свой видеокоп. Солнышко у нас садится. А с другой стороны у нас уже луна. Так, вот она у нас, луна. Мы как с другой планеты. С одной стороны солнце, с другой стороны луна. И у меня напоследок выпала монета. Монета вот такого характера, 15 копеек в квадрате. Все монеты убитые 35-го года. Поднял я еще несколько находок, не снимаю их, вот такого вот рода. 2 копеечки, 2 червончика. И вот такой зачуханный наперсток. Вот так вот. Сейчас сделаю общий видеообзор по находкам. И будем собираться домой. Ну а так, сегодня очень было жарко. Подустал.
посчитали мы немножко. Сенсаций никаких у меня сегодня не произошло. Единственное, что первый сигнал, первая же минута копа, выпал пятак. Царский. А так все по-старому. Ну ладно. Собираемся, делаем обзор. Итак, ребят, ну все, я закончил. Шурф я засыпал. К сожалению, камеру я отнес в машину, не успел вам показать, что я добросовестно все сделал, все закопал. Солнышко у нас садится за горизонт. Ну а у меня обзор по находкам. Сегодня копал я один, шурфил несколько мест, чтобы найти более-менее нормальное местечко. Только под вечер нашел более-менее что-то. По находкам вот такой вот у меня тюбик. Вот такой вот. От микстуры, наверное, или что-то в этом роде. Наперсточек. И обычная конина. Вот такая вот цепь. Довольно-таки такая длинная. Явно ее, наверное, на шее носили. Модный был парень. По царям у меня вот такой вот пятак 1881 года. Было бы ничего, если бы не было на обратной стороне зубцов. Ну, без этого никак. 2 копеечки. Я их не чистил, как есть, показываю. Год, к сожалению, сказать не могу. Ну, что-то вроде 1900 какой-то. И еще один царик. Это у нас на этот раз копеечка. Тоже год сказать не могу. Большой нарост. Ну и советов у меня сегодня в изобилии. 20-ка, это самая ранняя 80-го года. Трешка, а затем двушки. Пятнашка, это у нас в квадрате, червончики тоже в квадрате. И вот этот последний уже ранний 61-го года. Ну и копеечки, 4 штучки, 5 штук копеек. Итого у меня получилось 10-15, ровно 20 монет. Ну вот так вот мы сегодня отдохнули, хотя даже не знаю, отдохнули или мучились, не могли определиться, где покопать. Трава у нас очень высокая, ходить по ней невозможно, вообще невозможно, тем более что-то в ней найти. Остается только делать у нас, как шурфить. Ну ладно, на этом все, всем пока. Подписывайтесь на канал, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Ну, что есть, то есть. Все, всем пока, удачи!